Железобетонная свая все больше уходит в землю. Это первое. Таких в основании скульптурной группы будет две. Их вобьют на 10 сантиметров ниже уровня промерзания почвы. Для Урала он составляет 1,80 м. Это делается для устойчивости фундамента и для того, чтобы памятник не повело. Каким будет бронзовое изваяние, пока можно судить лишь по эскизам. На постаменте учитель и ученик поднимаются по лестнице. Это работа столичного скульптора. Сергей Полегаев, московский художник-скульптор, доцент кафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников России, последователь современной русской реалистической школы. Самые значительные работы. Памятник купечеству России, город Городец. Памятник подвигу пожарных и спасателей в Академии МЧС, город Москва. Памятник Петру Ершову, автору сказки «Конек-горбунок», город Ишим. Стать автором памятника учителю претендовали несколько скульпторов. На художественном городском совете решалось, каким же в итоге будет бронзовый педагог. Задача была найти оригинальное решение. Рассмотрели, около, может быть, 300 всяких памятников. И не только, допустим, в нашей стране, но и за рубежом. Посвященные деятели, значит, просвещения, образования и так далее. И мы не хотели повторяться. Сергей Полегаев относится к школе классической скульптуры. Он вкладывает очень большие смыслы в то, что создает. Он говорит, что скульптор думает руками. Там нет никакого авангарда. Это классическая схема. Женщина-учитель с учеником, поднимающимся по ступенькам к вершинам знаний, до ее уровня. От создания эскиза до установки памятника прошло всего полгода. Работа велась в очень сжатые сроки. По ходу создания в эскиз вносились изменения. Как говорит сам художник, он не смог отменить закон гравитации и в итоге сделал композицию приземленной, но зато прочной. Первоначальный эскиз, на мой взгляд, был гораздо смелее. Он был более воздушным, более летящим. Лестница была гораздо выше, лестница была без всякой опоры и поддержки. Мне хотелось показать, что ученик движется, опираясь именно на знания. За прочность скульптуры отвечают литейщики. Памятник отливали в бронзе уральские мастера из Екатеринбурга. Их заслуга – композиция смотрится монолитной, не видно ни одного сварного шва. Хотя собрана она из 15 элементов. Эта скульптура, я сразу скажу, что очень сложна. Это двухфигурная композиция. И было очень много деталей. И нам нельзя было ошибаться. На каждом этапе надо было делать свою работу на 100%. Мы смогли вот именно воссоздать патину, которая вот 20, 30, 40 лет скульптура стоит, покрывается, естественно, за счет окисления. Мы смогли это воссоздать за буквально цикл 3-4 дня, то есть химическим старением. Памятник учителю обещают простоит века. На первые 100 лет от литейной мастерской есть гарантия. У нас есть намечены профилактические работы, мы за своими скульптурами следим. Это значит, где-то раз в 2-3 года мы приезжаем и делаем такие работы, как покрываем ее воском, то есть закрепляем цвет. Естественной зеленой патиной покрыты классические европейские бронзовые скульптуры. В Магнитогорске это первый памятник в таком цвете. С его открытием не стали тянуть до Дня Учителя. Сделали отдельное значимое событие. Тон мероприятию задали юные чтецы. Когда указкой вы разведете по морям, когда читаете нам сказки, забота ваша, ваша ласка, всю жизнь необходима нам. Сдернуть завесу и открыть памятник доверили молодому педагогу и школьнику. Инициатива увековечить труд педагогов в бронзе исходила от городского профсоюза народного образования и науки и была поддержана руководством города. Здесь же на открытии памятника поспешили заложить традицию перед экзаменами потереть скульптуру, чтобы оценка была отлична. С учителями мы проводим половину жизни. Сначала в садике, затем в школе проводим 11 долгих лет. Затем институтская пора и опять учитель рядом с нами. И, наверное, вот то все доброе и хорошее, то, что заложено в наших людях, наверное, это все учитель. Мы советовались с шаманами якутскими и славянскими ведунами. И пришли к согласию, что если подойти к скульптуре и потереть верхнюю ступеньку, знания будут даваться легко и с удовольствием.
Челябинской области впервые так высоко поднят учитель. И это очень символично. На Южном Урале действительно есть памятники учителю. Здесь наш город не претендует на пальму первенства. В Пласте композиция состоит из педагога у доски и школьника. В Златоусте и Челябинске в руках учителя держат книгу – символ знаний. В магнитогорской скульптуре книга также присутствует в качестве ступеней. Сама идея с лестницей знаний возникла не сама по себе и не в процессе диалогов. Это был... последовательная работа над эскизом и их обсуждение. Были и другие предложенные варианты эскиза, где тоже присутствовала книга в качестве аксессуара, но она не работала так красноречиво, как удалось здесь. Памятник учителю не случайно появился в сквере Ломоносова, ведь именно великий русский ученый заложил основы народного образования. Ломоносовским слогом заговорили и гости праздника. «Покуда есть закаты и восходы, покуда наша вертится земля, достойны будут самой светлой оды, нас выведшие в жизнь учителя». Сквер Ломоносова приглянулся и скульптору. Площадка открыта и хорошо просматривается со всех сторон. Как вариант, место появления памятника рассматривали сквер напротив бывшего здания МАГУ. В 2010 году здесь высадили аллею учительской славы и установили памятный камень. Здание скоро будет не принадлежать МАГУ. Это первое. Там нет порядка, нет... условий содержания его, и он будет немножко отдален от проезжей части. А мы хотели, чтобы весь город этот видел. Мы будем гордиться этой скульптурной группой, потому что педагогическое сообщество города этого заслуживает. Уникальна скульптура учителя и тем, что нет на ней стандартной таблички с информацией, кому поставлен этот памятник. Вместо этого высечены слова выдающегося советского педагога Василия Сухомлинского: «Сердце отдаю детям». Новый памятник успел только появиться, как уже попал в качестве изображения на почетные городские грамоты. Их вручили создателям скульптуры и заслуженным педагогам. Учитель – это самый главный путеводитель. Низкий поклон всем здравствующим и действующим учителям за их самоотверженный труд. Самая важная профессия, по-моему, ваша самая важная. Я тоже помню своих первых учителей, первые учительницы даже. И я и у всех учителей благодарен, что поставили этот, наконец, памятник учителю. Если ты хочешь, чтобы о тебе осталась память на один год, посади семя. Если хочешь, чтобы на десятилетие, посади дерево. А если ты хочешь, чтобы твоя слава осталась на века, воспитай человека.